21 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит директора Института российской истории РАН Петрова Юрия Александровича. Институт международных отношений гостеприимно встретил гостя увлекательной экскурсией по учебному заведению. Далее за чашечкой ароматного чая Юрий Александрович дал интервью для телеканала «Универ ТВ». Мы просто обязаны создать такое достоверное масштабное историческое полотно. В чем его особенность? Как раз в том, что к авторству сюда привлекаются лучшие профессиональные силы нашего исторического сообщества, нашего, то бишь, российского. И это предполагает, что, конечно же, здесь будут авторы не только из Москвы, Петербурга, но и из ведущих, так сказать, исторических регионов. Всего на сегодняшний момент привлечено к участию в этом проекте около 300 российских историков. Среди них есть и историки из Татарстана, с которыми мы плодотворно и давно сотрудничаем и считаем, что такие некоторые страницы нашей общей истории должны быть написаны не только в Москве, но и в Казани. Регина Фахрутдинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.